Торжество тепла и света над зимней меланхолией. Масленица продолжила мартовские праздничные выходные. Гуляния проходили весело и на широкую ногу. Среди обязательных составляющих – блины и оладьи с пылу с жару, песни и танцы, конкурсы и, конечно же, сжигание чучела. Потешные сражения, геройские взбирания на столб и хороводы стопроцентно подняли настроение участников праздника. Проникнуться атмосферой древнеславянского торжества можно было во всех районах области и города Гомеля. Мы находимся в картинной галерее Гаврила Ващенко. Здесь сейчас проходит открытие выставки. Уникальной. Давайте заглянем. Жакеты, пелерины, панно, скатерти. Гомельчанам и гостям города действительно повезло увидеть своими глазами искусные изделия вологодских кружевниц. Все работы созданы вручную по эскизам художников. При этом ни один посетитель выставки не сможет найти на экспонатах ни одного узелка, даже если большое панно создавали сразу несколько мастериц. Вологодское кружево называют музыкальным, и у нас есть уникальная возможность услышать, как рождается мелодия кружева. Черниговский академический камерный хор имени Бортнянского на неделе привозил в Гомель настоящую мистерию. Творческий проект под названием «Мьюзика инкогнита» основан на произведениях неизвестных авторов. В программе участвовал весь состав хора, 26 вокалистов. Исполнялись произведения на латыни, немецком языке и старославянском. Каждое песнопение сопровождалось театрализованным действием. Далее о культурных событиях предстоящей недели. 13 марта в Гомельском областном ОКЦ состоится премьера мистического шоу «Симфонические рок-хиты «Крылья Грифона». Первый в мире танцевальный симфонический оркестр соединит драйв рока и мощь симфонической музыки. Начало концерта в 19:00. Музей печати и фотографии в Гомеле приглашает на персональную выставку Сергея Иванова. В экспозиции 30 работ, воспевающих женскую красоту. Автор выполнил серию фотоснимков в стиле ретро. Сделаны они были во время городских праздников. А 14 марта в Доме культуры железнодорожников состоится музыкальный кроссовер-концерт «Мировые хиты». Это настоящий симбиоз четырех стихий – рока, электроники, популярной и классической музыки. В одной программе хиты Майкла Джексона, Элтона Джона, Стинга, А-ха, Coldplay, Fatboy Slim, Led Zeppelin. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».